Я думала, ты не придешь. Мы не могли дождаться. А я ничего не получу? Ты уже получил, что заслужил. Эй, это не смешно. Вернитесь! Рис, Ген! Ну ничего себе они устроили! Воздержись от комментариев, я не настроен шутить. А я, наоборот, во что вы играли? В укрощение беса или в освободи принца? Лютик, блядь! Ну хорошо, хорошо, ну прости, но я не мог отказать себе в капле сарказма. Ну, ты как? Похоже, ты немного одеревенел. Если ты кому-нибудь об этом скажешь... Успокойся, никому я не скажу. Смеяться над другом — это одно, а выставлять его на посмешище — совсем другое. Ох, Геральт, как мало ты знаешь о женщинах. Ты правда думал, что сможешь получить их обеих? Тебе нужно еще многому-многому научиться. Если хочешь, могу дать несколько советов. Обойдусь. Пойду в порт, мы уже должны отплывать на Скеллиге. Удачи тебе, друг мой! И не держи на меня зла за этот маленький фарс. Да не держу пока, Людик.